хорошо. Так много слов важных самых, но среди всех важных слов есть первое главное, мама. Есть месяц других, он важней. Пусть это покажется странным. Апрель родилась в апреле. Самая лучшая мама, самая лучшая мама Земли, самая милая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты, именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботой нас окружила. Именно ты своей доброты прости нас за то, что порой бывает тебя обижали. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других цвет радости, горечь, обман. Ревные нет больше таких. Ты самая лучшая мама. Маминь день, но с моей мамой отмечаться слона.
все цветы расцветают. Ой, как здорово! Весна, нужно гостей больше звать. Конечно. Ав, ав, что тут за шум? Спать не дают с самого утра мне. Ой, Шарик, привет. Сегодня у нас праздник. 8 марта отмечаем. А что это за такой за праздник? Ты что, не знаешь? Это когда весна приходит, цветы дарит, и солнышко всех обогревает. Как? Весна, весна, не люблю я твою весну. Возле моей будки одни лужи, шерсть у кровачи, и лапы вымазал. Дорогой друг, ты просто плохо нашу весну знаешь. Она всех любит, своими лучами обогревает. Иди сюда, садись рядом. Сам посмотришь. Солнце по небу гуляет, тучи всех разбегают. Глянь, солнышко скорей, всех гостей обогрей. Да, как хорошо на солнышке греться. А как
Очень рады вас видеть, правда, ребята? Да! Сказка, сказка, прибаутка. Рассказать ее не шутка.
гостей, конечно, ждут. Стоит в поле теремок, он не вылезет, не высок. Вдруг по полю Мишенька бежит, остановился у двери и стучит. Съела опять бутерброд, сухой бутерброд. Нельзя же весь день сидеть.
Уж доктор устала, а все ж не поседа. Ух, с этими дочками просто беда. Скоро как спичка ты станешь куда. Идем-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. И мама в столовой сидят, и мама на дочь глядят. Что с дочками делать упрямыми? Ох, с этими дочками так нелегко. Спит, и я молчу.